Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики моего канала. У микрофона я Твист, и мы продолжаем играть в Майнкрафт на сборочке с модом Таункрафт. И сразу извиняюсь за такой гнусавый выпуск, потому что я сейчас болею, у меня сильно болит горло, заложенный нос, мне довольно-таки трудно говорить, но я все-таки решил отснять данную серию. И я уже снимал серию, но у меня случилась небольшая досада. Когда я умер в шахте, вон там вот мой ЛТСД даже есть, я заспаунился хрен знает где и в паузе добирался до вот этого острова. Про этот остров я расскажу чуть позже. В общем-то, я уже добирался до острова, до этого в паузе, и я обнаружил то, что звук не записывался. У меня дико бомбануло, и я решил перезаписать серию. Но для тех, кто не верит, что вот это все я добывал в шахте, и вот тут звезда ада, которая мне выпала из мешочка, те, кто не верит, то, что мне это все выпало, и то, что я это добывал, я выложу ссылку на видео без звука, то есть оно будет в закрытом просмотре, и его смогут посмотреть только те люди, у которых есть ссылка. И ссылочка будет в описании к данному ролику. Вы можете посмотреть, я там, может, небольшую ускоренную перемотку сделаю и наложу, может, какую-нибудь музычку, потому что там, ну, звука нету. Там записался только звук Майнкрафта, а микрофон у меня не записывался, потому что у меня отошел кабель. Расскажу вам про остров. Остров я такой вот нашел, он находится очень далеко от спауна, вот, и выглядит он примерно вот так. Давайте сейчас посмотрим, вот он такой вот остров, по соседству с ним есть еще один остров. Ну и пока я шел до этого острова, ну пока я искал данный остров, походил в данжах, и понаходил вот такие вот ресурсы в данжах. Ну и повыбивал еще мозги зомби. Ну и вот это вот кольцо, вот это зелье, один слиток там. Ну вы, в общем, если кто будет смотреть, увидите то, что мне выпало из таких мешочков. У меня их было 4 штуки, я их пооткрывал, и мне выпали вот такие вот предметы. Ну и что я хочу вообще сделать? Я хочу построить домину. Хочу такую маленький такой домик построить, но вся основа будет под землей. То есть будет такой, как стержень идти, это что-то вроде лифта будет, и будут идти как спирали. То есть дом будет идти вниз спиралями, такими как пластинами. Там будут фермы, там будет все для изучения, Таункрафта и так далее. Вот, то есть там будет также хранилище для эссенций, которые я сделаю. В общем, планов много, и чем мы займемся сегодня, народ. Так как я уже в той серии, которая не записалась, ходил в шахту и понял, что это бесполезно лазить по пещерам, я, скорее всего, сейчас подготовлюсь к шахте, и в ускоренной перемоточке я добуду, точнее, буду рыть глубокую-глубокую шахту. Где-нибудь, не знаю, ну давайте... Где-нибудь вот здесь, вот тут вот идеальное место, такая вот будет у нас шахта, будем рыть здесь шахту. Давайте добудем дерево, довольно-таки много нам надо будет дерева, и также у меня там есть верстак, я поставлю переплавлять эти 7 железа, которые у меня есть, поскольку я хочу сделать себе еще кирки. Давайте мы поставим железо переплавлять. Я думаю, серия получится довольно-таки короткая, потому что я здесь такого ничего толком делать не буду. Только что в шахту пойду. Думаю, со следующей серии мы уже потихоньку начнем изучать мод под названием Таункрафт. Так, давайте дальше добудем дерево. Так, добываем. Че я парюсь? У меня же есть мод Вайнмайнер. Вот так, оп. Наш шифтик, оп. Все. Я думаю, этого пока что нам достаточно. Пока там переплавляется железо, я сделаю себе пару факелов. Вот, давайте. Я там уже делал себе факела. Так, я забыл. Вот так вот лучше. Сначала сделать палочки. И теперь вот так делаем. Все. У нас есть 63 факела. Я думаю, этого будет вполне достаточно. И у нас есть вот такой вот кварц. Я не знаю, по-моему, из него можно делать там всякие кирки, поэтому давайте сделаем себе кирку. Так, из этого нельзя делать кварц, это какой-то не тот, который нам нужен. Вот, да, из этого кварца можно делать примерно это как железная кирка. Примерно такие вот получаются инструменты, поэтому мы делаем вот так.
И давайте еще сделаем палочки. Так, стоп, что-то как-то резко ночь сменилась. Так, и сделаем еще себе одну кирку. Вот эти все вещи я повылаживаю, которые я добыл в шахте. Еще раз говорю, если кто не верит, что я добывал это все в шахте, то вы можете посмотреть ролик, вот, ссылка на который будет в описании, где все записалось без звука. Там я, как я уже говорил, наложу какую-нибудь либо музычку и сделаю небольшую ускоренную перемотку. Так, ну и давайте две железные кирки сделаем себе. Вот так вот. Отличненько. Мы полностью экипировались для похода в шахту. Так, у нас сложность норма будет стоять сейчас. И давайте начнем все-таки рыть. Не, давайте я все-таки железо возьму. Возьму еще доски, которые у меня есть. Возьму палки и возьму железо. Мало ли мне придется делать еще лопату. Так, давайте я еще там парочку сделаю досок. Вот так. Сделаем сейчас себе сразу, наверное, верстак, чтобы был. И доски пускай лежат в инвентаре. Так. Ну что ж. Ой-ой-ой. Эндермен. Так, здесь у нас куча-куча ростков деревьев. Давайте их подберем. Потом их посадим, сделаем себе ферму. И, кстати говоря, пошел дождь. Ну что, давайте где-нибудь вот здесь я так вот сейчас намечу. И в ускоренной перемоточке я это все буду добывать. Так. Вот давайте вот так сделаем. Ну что, давайте. И раз, и два, и три. Let's make a run together, I'll be by your side before we collide. And if the sky falls down on you, just beat it up before we collide. Let's make it last forever, I'm ready to fly before we collide. And when the sun don't shine on you, just heat it up before we collide. Let's make a run together, I'll be by your side before we collide. And if the sky falls down on you, just beat it up before we collide. When we collide, let's make it last forever, I'm ready to fly before we collide. When we collide, and when the sun don't shine on you, just heat it up before we collide.
Every time it comes around, it always takes me back to when I had a fake ID and a little dirt stash. Hit a road, so cold, pop, 2-4-1, pop, pop, top, twist up. Tall boy, cold shot, beer. Итак, в общем-то, как вы видели, я уже все закончил. По причине того, что у меня мало жизни, я решил остановить быструю перемотку и выйти из шахты. В общем-то, что я успел надобывать? Я успел надобывать кучу булыжника, почти 1,5 стака железа, 2 стака угля. Ну, в общем, много ресурсов я надобывал. И мне придется делать еще один сундук, чтобы их складировать. Так, давайте сделаем тогда кучу досок и сделаем еще один сундучок. Вот как-то вот так. Давайте пока ростки выкинем и поставим вот так и выложим все, что мы добыли в шахте, вот в этот сундук. Это тоже мы выложим. Пока что у нас здесь все будет не рассортировано. Так. Что у нас есть вообще еда? У нас есть Троутон Флэш и есть 10 пшеницы. Вот можно сделать из 10 пшеницы себе 3 хлеба. Отлично. Так, поели. Шикарно. Так, а у нас еще есть еда вообще? У нас есть мозги зомби, есть Троутон Флэш. Да, еды у меня нету. Ну, да ладно. В общем-то,
Что у нас здесь еще есть? В общем, я не знаю, что еще, в принципе, тут можно поделать. Поэтому я, скорее всего, закончу эту серию. Серия получилась вот такая вот, про поход в шахту. Я вам рассказал то, что я хочу сделать. И уже без съемок я потихоньку начну реализовывать свои планы. То есть я буду строить такую вот лесенку пока что вниз. Пока что лесенку. Будет идти вниз такая спираль глубокая. Блоков там, я не знаю сколько, ну 5 на 5 где-то. Вот. И от нее уже будут идти у меня комнаты. Большие такие комнаты. Вот, поэтому на этом я закончу. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Твист. Всем удачи, всем пока.